2 октября в природном парке «Птичья гавань» прошел Всероссийский день ходьбы. В поход за бодростью и здоровьем решили двинуться 428 омичей и гостей нашего города. Организаторы предложили большой выбор предстартовых активностей. Все желающие могли потренироваться в выполнении нормативов ГТО, попробовать силы в хоккейной бросковой зоне, обучиться технике скандинавской ходьбы и выполнить комплекс упражнений в рамках проекта «Вдох жизни». Ходьба – это я вообще постараюсь по городу всегда ходить. Это получать удовольствие, а не ехать на переполненном транспорте. Сегодня пришла поднять настроение, почувствовать дух праздника. Всем желаю добра, здоровья и всего хорошего. Энергичная разминка, тонизирующие упражнения на все группы мышц и торжественное открытие. Легкого шага и ярких эмоций участникам дня ходьбы пожелал заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник. Занятие спортом – это здоровье, поэтому обязательно тренируйтесь, занимайтесь. Ходьба – это сегодня самый доступный, простой вид спорта, поэтому всем желаю пройти эту дистанцию. Заместитель министра стартовал одним из первых, прошел 3-километровую дистанцию вместе со своей семьей. Мы стараемся в таких мероприятиях принимать участие всей семьей и прямо с рождения сына водим. Он участвовал у нас уже в колясочке, катался, когда был день ходьбы. Сейчас он часть дистанции прошел самостоятельно, часть у папы на шее и часть у мамы на руках. Хороший темп на дистанции, общение в движении, наслаждение чудными природными пейзажами. Одна из участниц дня ходьбы, Анна Фатьянова, приехала в гости к родственникам из США и впервые познакомилась с красотами Птичьей гавани. Я живу в Южной Юте, у нас красные горы, мы живем в пустыне, то есть природа, ландшафты абсолютно другие, березок нет, к сожалению, поэтому я сейчас хожу, радуюсь и наслаждаюсь. Природа замечательная, золотая осень, я иду, любуюсь, смотрю вокруг, и да, это поднимает настроение еще больше. После преодоления дистанции все участники дня ходьбы получили фирменные дипломы, разработанные Олимпийским комитетом России. Также были вручены специальные призы. Сертификаты на посещение физкультурно-оздоровительного комплекса организаторы вручили самому юному участнику, 4-летнему Ярославу Руденко, и ветерану ходьбы Игорю Рябцеву, которому в этом году исполнилось 84 года. Я, собственно, занимаюсь всю жизнь ходьбой, штангой занимался. А сейчас на протяжении 30 лет бегаем с женой, ходим. Каждый вечер мы выходим на новую дорогу, это сделано от Метромоста до Лукашевича. В 7 часов вечера выходим и где-то часов до 9, до полдевятого ходим километр 7-8. Это нам придает бодрость, здоровье и хорошее настроение. Еще несколько призов были разыграны по номерам участников. Организаторы вручили счастливчикам сертификаты на посещение ФОКа и приобретение спортивного инвентаря.